бар с яичницей. Многие выдавают чужое за свое, не имея никакого на это моральное право. Знак бесконечности, знак движения, знак жизни, знак солнца, знак непобедимости. Вертикальное соотношение этих задных концов, соотношение неба и земля. Горизонтальное соотношение этих задных концов, в зависимости в правую или в левую сторону, по часовой или против часовой стрелочки, в китайском языке звучит как инь-ян, мужское женское начало. В буддизме считается печатью сердца. Считается, что по преданию Будды на сердце, так и на пятках, лежащий спящий Будда вам наглядный пример был отпечатан этот символ. Направление стрелочек в левую сторону, направление стрелочек в правую сторону. Одна свастия олицетворяет эту энергию, другая свастия поглощает эту энергию. В древности, в буддизме, в том числе, одновременно используются обе свастики. Нет такого, как правильно, так и неправильно. Направление стрелочек в левую сторону по часовой, против часовой стрелочки ассоциируется как движение, любовь, мягкость, доброта. Направление стрелочек в правую сторону, как вы видите здесь, твердость, постоянство, сила, разум. Всякая односторонность является нарушением мировой гармонии. Сила и разум без любви и милосердия просто-напросто бессильны. Типичная вещь в нашей вселенной. День заканчивается ночью. Свет заканчивается тьмой. А рождение ребенка в любом случае заканчивается смертью. Так называемый круговорот вещей в нашей вселенной. Обычно греки называли этот символ как гомодил. Я говорю, пошли. Магические колонны, четыре цепские башни, на которые мы с вами поднимемся. Кто был в Индии, все эти храмы, которые строили древние чамы, в точности напоминают те храмы, которые строили древние Индии. Но ни один храм, который построили даже в конце 10 века, не сохранился до такого первозданного состояния. Реставрация комплекса богини Панагар была 5-6 лет назад. Можете посмотреть, полностью реставрированный, еще частично оставшийся с того времени. Все эти 20 магических колонн, 4 цамские башни были построены в конце 7-го, начало 8 века. Им свыше 1000 лет. Но сейчас ученые думают, как такая народность чамы в то время строила такие вот цамские башни.
Вот это было бы так, если спросить ничего не нужно, потому что самое основное писать воды на официальном воде по ногам. Самый высокий центр башни 23 метра высоты по писать. Семье судить не потому, сколько дома мотобайков, стоят ли дома телевизоры, холодильники и так далее. У самой богатой семьи Роглайцев будет в семье очень много гонков. Гон, который у меня в руках, гонки, которые все здесь, если посмотрите, они все пронумерованные. Во Вьетнаме у Роглайцев, у Тхаев, у Мнонгов, у трех народностей вот такую вот одну сковородочку можно обменять на одного буйвола или двух коров. То есть достаточно очень дорого и много они стоят. И вот эти вот семятинки, потом внимательно посмотрите, это тоже неспроста, это все ручная работа, это тоже все настраивается. Камень на пианино, звук такой же, как на пианино, то есть он идет по нотам. Чуть-чуть камешек будет сколок, звук уже не тот, камень уже не принадлежит. Каждый камешек подбирает исключительно по нотам. Вот это изюминка, национальный, можно сказать, вьетнамский инструмент. Мончарт, нот, одна чарт струна. Дословно перевести и подчеркивать, здесь действительно всего лишь одна струна. Потрясающий звук вы здесь услышите, и вам будут играть достаточно очень душевную музыку во время американской войны. Это Гаути, очень легко услышать последний французский император Баудай. На этом музыкальном инструменте вам будут играть миллионы алых роз. Дружненько, большой аплодисмент нашей команде, поддержим.
4 бассейна, мы с вами продвигаемся более-менее быстро. О каждой рыбке вам более подробно расскажу, и каждую рыбку сможете сфотографировать в закрытых аквариумах, там изображение будет более-менее лучше. Здесь у нас с вами живые кораллы, коралловые рыбки. Основной акцент я сделаю, не инвентарный, нигде больше не встретил, вот маленькая серебристая, это рыба меч. Она здесь в единственном экземпляре, поэтому кто будет сфотографировать, больше такой возможности у нас с вами не будет. Да не цую, просто цепа-цепа. Вот наподобие вот такое, вы видите, здесь она плавала, по наречи, они тут знают. Видишь, она плавала, цепа-цепа. Самое большое акулы аквариум, посвящение акулы, будем закрыть этот аквариум, фотографировать вот это же там, пока просто смотрим. Mm-hmm.
Ну, ты не ходишь? Пожалуйста, по правой стороне, в среднем до 120-150 лет проживает, здесь достаточно она еще молодая. А вот, смотри, еще одна. Самое большое здесь нет. Там я одну черную мурыну, там можете увидеть хищные, ядовитые. Обязательно, пока отдыхаете во Вьетнаме, попробуйте мурену, достаточно очень нежное вкусное мясо. Вряд ли потом будете заказывать курицу, свинину, говядину. Мурена действительно потрясающе нежное просто мясо. Дальше местная морская фауна, рыба крылатка, рыба петух, рыба хищная, рыба ядовитая. Вот здесь вот вы можете увидеть бамбуковые акулы. Хищная. Там чуть подальше будут максимальные размеры. Документ, что никаких претензий по приготовлению вы не имеете. Малейшая неточность при приготовлении заканчивается смертью гурмана. Звонки и смертоносный яд, который правильно нужно вытащить, правильно приготовить, поэтому готовят только в Японии, готовят только японцы. У любого японца можете спросить. На вкус она просто восхитительная. Вьетнамцы только готовят, только разводят рыбу фуго, не едят и не готовят. 1 килограмм фуги на экспорт с в Японию уходит, начиная 318-322 доллара 10 тысяч. Далее идет разновидность пирани. Это детеныши, чуть подальше будут более-менее взрослые, там строение зубов будет тоже, чем у акулы. Маленькие синие рыбки, спадфиш, рыбки-косметологи, частички роговейшей кожи, кто был в Ничанг-центре, бесплатно пили. Это кто-то новое. Это крабики. Это краб, не скат. Еще не ознакомился, это новое обитатель. Здесь можно увидеть ангелфиш, три рыбки. Вот самое близкое, это рыба коралла. Чуть подальше будет. Таких они, да. Все кто из вас? Это нет, это разные. Вот можете увидеть 4 рыбки. 1, 2, 3. Там еще одна 4. Вот это вот и есть станфиш. Это рыба камень. Рыба хищная, родовая полость расположена в верхней части. Самая опасная рыба для дайверов. Под водой они просто сливаются с оттенками коралл, камней. Эффект такой, как сайт ежа. В фильме «Голубая лагуна», кто смотрел, актер наступил на эту рыбу, эффект в 3 раза хуже, чем сайт на ежа. Если на ежа встанете хирургическим путем, иглу можно вытащить, то здесь будет глубокий ожог. Почему для дайверов опасно? Если наступите в лаз, мгновенно без вас останетесь. Наступите ногой, без кожи останетесь. Поверхность очень ядовитая. 4 рыбки здесь. Рыбы камень. Морские коньки. Единственное в мире существо, где самцы вынашивают и рожают плод. Самка от самки отличить очень просто. Самец выпуклый животиком. Самки они очень худенькие. В чистой воды матриархат. На самом верху можете увидеть палочку, это морской дракон. Обратите внимание на строение зубов. Отличается очень сильно от морского конька. Он здесь в единственном экземпляре. Рыбки. Рыбу вьетнамцы сушат огнем. В любом супермаркете можете попробовать, на вкус приторно-сладкие. Что касается сушеной рыбы, аналогично, в принципе, соленой здесь не найдете. Давай следующий вопрос. Белые – это кораллы, кораллы ядовитые. Если человек дотронется до этих коралл, будет напросто сплошной ожог. Только рыба-клоун, есть такая слизистая поверхность, которая откладывает яйца, как раз что она сейчас там и делает. Обитает, прячется только в этих кораллах, средством защиты, в основном они служат. Почему она кладет грязь, а не кого не боится? Я не знаю, что она там делает. Ну, наверное, не знаю. Я с другой бы спорю. Маленькая, вот это ангел-фиш, рыба-ангел. Неоновые подсветки у них очень красивые. Обратите на всех практически. Вот того, что боятся местной морской фауны, это вот этих вот обитателей. С
стороны были маленькие детеныши, это уже более-менее взрослые. Триггеры, кол-триггер, обратите внимание на строение зубов. Это идет уже разновидность пиранья, заживо у вас не сожжет, но укус достаточно болезненный, укус как медузы. Если в этом аквариуме было очень много, их разместили, потому что рыбы дикие. Рыбы неадекватно, они сжирают действительно друг друга. Здесь была одна чистая пиранья. Ну, в закрытых аквариумах чуть дальше, подальше, пожалуй, вы их тоже увидите. Синяя рыбка спряталась. Самостоятельно, пожалуйста, пока проходите в следующее помещение. Сейчас вся группа собирается, к вам тоже подойдет. Большой закрытый аквариум, чтобы вы пофотографировали все хищные рыбы, которые мы с вами проходили. Рыбы крылатка, рыбы бедру, напомню, рыбы хищные, рыбы ядовитые. Точка прячется, можете посмотреть. Ну, там вот триггеры, клоу-триггеры, идет разновидность пирания. Два гигантских ската, коралловые, рифовые акулы с белым и черным воздухом. 2-килограммовые рыбы в кубу. Здесь вот по левую сторону можно смотреть на можно выбрать, но что нужно, чтобы поехали в город.